Всем привет! Вы на канале, где обсуждаются последние события фигурного катания. Аккаунт Академии Евгения Плющенко в Инстаграме ответил на комментарии болельщицы касательно Александры Трусовой. Одна из болельщиц написала под записью в Инстаграме Яны Рудковской: «Все прыжки Трусовой поставила Этери Тутберидзе. Время рассудит. У вашего мужа еще нет опыта с такими спортсменами, как Саша. Будем смотреть дальше». Благодаря штабу Тутберидзе фигурное катание шагнуло далеко вперед. Просто за ней не успевают. На что Академия Плющенко ответила в Инстаграме. А благодаря Плющенко многие дети по всему миру пришли в фигурное катание, в том числе и ровесники Саши Трусовой. И кто, как не Плющенко, двигал фигурное катание? Вспомните хотя бы Олимпиаду в Ванкувере, где Плющенко взял серебро. Кроме Плющенко, никто и не пытался прыгать четверные.